А бонжорно, а! Это я, Джавидио. Короче, со Светком Италию собираемся. На новогодний праздник погуляем, макарон пожрем, посмотрим, что они там делают, а. Ой, сейчас, короче, чемоданию собираем, а. Вот, Свет, блядь, всякой херня положу сюда. Вот мой чемодан, все самое необходимое сделал. Здрасте, а, хуй мордастый, ты что тут делаешь-то? Со мной поедешь, что ли? Ой. Ой, блядь, через тебя гондон, короче, со мной поедет. Короче, все, сейчас поедем в аэропорт, блядь, там это. Если что-то интересное будет, все покажу, расскажу. Все, давайте, чао, ебаный, брат. Только чака-пака. Не переключайтесь, это не речь лама. Сейчас вы увидите мой влог из Италии. Но хочу сказать, что в этом ролике я делаю для своих подписчиков розыгрыш. iPhone 13 Pro Max, PlayStation 5 и 50. 1000 рублей! Нужно всего лишь будет подписаться на мой новый YouTube канал. Но, короче, все полностью условия я скажу в конце этого ролика. Поэтому смотри, наслаждайся, смейся. Приятный просмотр. Только чака-пак. Ой, бизнес-зал. Посмотри. Аэропорт Шемедверево, короче. Вот, смотри, сидим. Ой, да, потому что вот, эта карточка есть. Это Приори или Приори? Приорити пас. Приорити пас. Приорити пас, приорити гол. Ладно, пойдем посмотрим, что тут пожрать дает. Так, тут у нас что, картошки. Это что, макарошки, блядь. Что это еще-то? Ой, блядь, петушиные кирилышки. Это барбечу. А вот это для самолета самый нормальный, блядь. Капуста и это, горох, чтоб пердеть. Вон, смотри, тут сэндвич, блядь, всякий, сырок. Опа, так, давай мне капучино. Ой, блядь, нихера себе. А что так долго-то, блядь? О, ой, блядь, шампанское у них, посмотри. Так, все, на самолет идем. Ой. Здрасте. Buonasera a tutti. Buonasera Javid. Buonasera. Benvenuti in Italia. Benvenuti a Milano. Adesso andiamo a Bormio a fare un giro. E тебя как зовут-то? Андреа Армеллини. Андрюха. Короче, на самом деле, ребят, это Андреа, знакомьтесь. Здрасте. С недавнего времени это наш партнер, да, итальянский. Да, здравствуйте, да, здравствуйте. Да, мы к нему прилетели в Милан. Специально, чтобы делать самое лучшее протеиновое джелато. Да, вы наверняка уже видели в Инстаграме в истории, что мы запустили наконец-то мороженое. Но это не просто мороженое, это итальянский джелато. Это про джелато by Рустам Майя. Муа, белиссимо, ебану. Мамма мия. Скоро его можно будет уже купить, я все обязательно на Ютубе скажу. А сейчас мы поехали в отель. Che avevano una camera prenotata per oggi. Probabilmente l'agenzia ha cambiato programma, ha prenotato qualcos'altro. Io non le so dire esattamente. Però purtroppo credo che abbiano cancellato, sì. Sì, l'hanno già cancellato, è tutto a posto? Ой, ну чё, короче, мы переехали в отель. Ай, билет, вы готовы? Ой, билет, да вы чё, билет, а? Ёбаный в рот. Посмотри вообще, а. Опа. Здрасте. Спасибо большое. Здрасте. Ой, а ты посмотри, а. Ой, блин, тут деревяшком даже пахнет. Такой сильный-сильный деревяшка. Ой, блин, там еще, блин. Белиссимо, ебаный, блин. Белиссимо, блин. Короче, вот такой вот у нас номер. Вот здесь, короче, вот. Ой. Еще нас это угостили вот таким мясом. Специально итальянский, тоже прикольный. Вот, дел жопу, а. Ладно, давайте. Только чака-пак. Ой, доброе утро. Сейчас покажу вам, короче, вид из номера. Ну что, мы в Италии. Что мы, собственно, знаем про эту страну? Ну, находится в Европе, едят очень много макарон, пиццы, пьют вино и очень много жестикулируют. Но вот вам три факта от меня. Первый факт. Средняя продолжительность жизни в Италии равна
83 года. Ну, конечно, когда живешь в таком кайфе, как можно жить меньше? Факт номер два. В Италии существует более 2000 видов пиц. Круглые, квадратные, закрытые, открытые, треугольные, слоеные и еще 1990 очень много всего. И третий факт, самый крутой, ну как по мне. В Италии за плохое отношение к животным, если ты их там бьешь или еще что-то, предусмотрен штраф и даже тюремное заключение. А это я считаю очень круто и правильно. Как считаете вы, напишите в комментариях. А мы пошли гулять. Ай, блядь, вот так в Италии они, короче, это просто полицейский видит и болтает, ставит, блядь. Ой, как дела у вас? Да ничего, нормально, вот ботинки себе новые купил. Ой, блядь, молодец, конечно, сейчас холодно на улице, видишь, посмотри. А мы вот туда сейчас пойдем, да, ни хера себе, а что там? Да там преступник ходит, да ты ёбни, блядь, по башке. Да ладно, ебанем, не переживай, есть сигаретка? Нет, я не курю, блядь. Ладно, давайте, все. Только чака-пак. Короче, смотрите, это, Андрей сюда себе на дом поставил скелет и камеру. Чтоб никто ничего не спиздил, бля. Это что такое? Это физармоника. Короче, а это Андрей пригласил гости. Это свой дедушка. Non noenio. А это что? Это, короче, дед молодости, что ли? Да, это он сам, по-моему, да. Il padre è tuo nonno? Он сам нарисовал. Серьезно? Дед пиздец, посмотри, где Бог, что делать. Чака-пак. Ой, смотрите, перекол, короче. Перешли это, спортзал тренироваться. Все уже, все делали. Блять, иду душ, блять, посмотри. А у них душ платный, ебаный, блядь. Перекинь вот сюда, надо это, блядь, деньги поставить. Потом можешь воду включить. Вообще уже охерели, блядь, макаронные гондоны, блядь. Пойду лучше вон это, блядь, домой помочь. Короче, слушайте еще перекол. Мы потренировались, все, сиску сделали, блядь, банки сделали, все. Я говорю, ай, ебаный, блядь, я хочу уже это, настоящий итальянский пиццу покушать. Переехали в ресторан, вот, Ля Стуа, смотри. Короче, перекол. У них здесь ресторан, знаешь, как работает? С 12, блядь, до 14.30, говорит, работает. Еще понедельник выходной, блядь. Вторник, среда не рабочий. Все, потом все, говорит, иди нахуй отсюда, блядь. Потом они отдыхают, блядь, до 7 вечера. Потом вот эти, это он имени хозяин сейчас сказал, говорит, это для туристов пишет, что до 12. На самом деле они 7 открываются, 8 опять домой идет, блядь. Вот так, короче, они работают. Наверное, каждый день заебались работать, ей-богу. Ой, блядь, это, короче, как это, сыр с грушем или с яблоком? Сейчас попробуем. Горгонзола и миле. Белиссимо, ёбаный, ну. Ну, на самом деле, без прикола, пицца была очень вкусная. Ну, несколько пицц. Мы взяли 3 пиццы, попробовать, все были топ. А сейчас взяли 4-ю еще, 4 сыра. Ну, когда на отдыхе, ну, можно чуть-чуть. Ну, чуть-чуть можно. Помните, да, я говорил, больше 2000 видов пиццы. В каждом регионе здесь, в каждом городке пиццы абсолютно разные. Где-то потолще, где-то потоньше. Чуть в другой город отъехал, там вообще другая пицца. Мы находимся в Бормио, это север, да, Италия? Да, север горы. Италии. Горы, очень вкусно, вкусный сыр, свои яблоки. Но что больше всего меня удивило, как только мы заказали пиццу, она пришла буквально через 3-5 минут. Не поверил, думаю, что за херня, она что у них готова, они разогрели. Оказывается, Андрей рассказал такую вот очень интересную историю. У нас как получается в Италии, у нас пицца готовится на дровах, на живом огне, 400-500 градусов. Поэтому пиццайолу быстро кладет тесто, продукты и в духовку на 1 минуту. 1 минута пицца готовится? Конечно. Если уже пиццы нет 5 минут, то люди уже люди требуют. Жалуются. Алора, давай ла пицца. Вот так вот. Нужно учиться. Вот смотри, здесь меню дают. Сначала итальянский, вот что-то суп, хоть ананас и билет, это что-то английский, потом русский дают. Вот ананасовый сок. И смотри, как чай будет, смотри. Ой. Только чака-пак.
твою мать. Мама мия. Ёбаный, брат, ты посмотри. Билет, я такой красоты еще Кюренус не видел даже. Посмотри. Это галерея какой-то, блядь, там. Ой, блядь. Ой, блядь. Это что такое? Подождите, извините, блядь, дайте. Какие модные, блядь, ёбаный, брат. Интересно, где такой это шаровар нашел-то, блядь? Ой, блядь. Короче, вот это, Италии зашли, блядь, это Милан шопинский. Шопинг. Вон, смотри, какие модники все ходят, блядь. Посмотри, блядь, ботинка какой. Вот так, как пинком ёбнешь, блядь, по жопе. Это, блядь, тяжелый, блядь. Такое ощущение, что их, знаешь, это делали как. Сначала нормальные ботинки сделали, потом совсем дури, как уебали об стенку, блядь. Вот так вот сделали. Пиздец, страшно, как крокодил, блядь. Вот заебись. Вот это вот нормально, блядь. На рыбалку ходить, ёбаный, блядь. Сколько стоит, блядь? Ой, ёб твою мать. Извините, похерено, блядь. Это баленчага. Ну и вот еще к этим ботинкам, блядь, для рыбалки еще взять, блядь, и вообще заебись, блядь, костюмчик. Ёб твою жопу, блядь, сколько стоит-то? Это только жилетка. Ёб твою мать, 1600 евро, это что, блядь, 160 стоит. Короче, много стоит, блядь. Долбоёб, что ли? Вот смотри, блядь, 40 тысяч рублей, вот такой вот стоит. Весь рваный, блядь, весь дырявый, ёбаный, блядь, бракованные вещи у вас, блядь. Ой, блядь, посмотри, шампанский золотой здесь. Что там? Ватеса. Ватеса какой-то, блядь. Только чокопак. Короче, вот ресторан перешли. Заказали цай. У них весь цай везде в пакетике, блядь. А это, что, покажи, что там дали в этом? Вода. В этом просто вода обычная, блядь, перекиньте. Вообще, это, цай нет нормальный. Это равиоли. Это чарбонара перенесли. А ну, покажи, вот так делай, вилки вот так. Чоп-чоп-чоп. Ой, блядь, настоящий чарбонара. Итальянский, миланский. Вот так сидим. Здрасте. Вот так сидим. Вот такой вид. Ёбаный, брат. Все, всем приятный аппетит. Вот, короче, вечером сейчас вышли погулять. Ой, блядь, смотри, блядь. Шерстяной гандон сидит, блядь, на плече, смотри. Охереневший. Шерстяной морда, блядь. Ой, блядь, посмотри, ёбаный в рот. Какие модные, блядь, пиздец. Вот смотри, на ярмарке торгуют. Олени, короче, олени, колбаса, вот это всё. Сыр, мыр. Вот смотри, что тут Дед Мороз стоит. Джингл Беллс, ёбаный в рот. Возьмите. С Новым годом! Тока-чока-пак. Так, ну вот, и это, всё, конец уже, отдых перешёл. Собираем, короче, тут чемоданы. Купили здесь, блядь, видишь, это сыр, вот какой-то херня, вино, мино, блядь. Этот, колбаса какой-то, хуй пойми, блядь, белый, с плесенем или что такое. Не знаю, вот макарон, короче, до хера всего, да? Да. Всё, сейчас поедем назад. Тока-чока-пак. Ну что, друзья, этот влог подошёл к концу. Всем огромное спасибо за просмотры. Давайте теперь приступим к самому интересному. Это наш розыгрыш. В последнее время YouTube поменял свои алгоритмы. И в частности к моему каналу, вот этому каналу, Джавид. И, к сожалению, я вынужден сообщить вам, что в ближайшее время на этом YouTube-канале не будут выходить новые ролики. Но в данный момент я создал новый YouTube-канал, где, кстати, прямо сейчас вышло новое крутейшее видео. Всем привет, с вами Рустам Майер. В этом ролике я буду пытаться побороть Акимбо разными способами. Да. Да, блин. Господи, дай мне сил. Также там будут выходить различные ролики на тему спорта, похудения, развлекательный контент, спортивно-развлекательный, всякие челленджи. Поверьте, вас там ждет масса всего интересного. Ссылка на мой новый YouTube-канал будет в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. А теперь, собственно, розыгрыш. Условия, ну, очень простые. Нужно всего лишь подписаться на мой новый YouTube-канал и оставить комментарий там под видео. Напоминаю, мы разыгрываем 50 тысяч рублей, новенький 13 iPhone Pro Max и PlayStation 5. Давай, прямо сейчас, что ты еще сидишь? Переходи по ссылочке, подписывайся на мой новый YouTube-канал. Всем пока!
Всем удачи, увидимся на моем новом YouTube-канале. Все, давайте, мозга не ебите.